Новосибирске, мне принесли какой-то непонятный сваренный белый рис, какие-то размороженные на пару сваренные овощи, все это невкусно. Но вот если так воспринимать веганство, то так я бы тоже веганом не была. Среднестатистический человек, а его не ест никогда. Я вот тоже не знаю, что я даже не могу вам рассказать, насколько это полезная история. Кедровые орехи, которые, кстати, выращиваются только в России, являются одним из самых главных и уникальных компонентов нашего питания. Все время какие-то скандалы. Вот, например, у нас была лавка такая мясная в Питере, страшный сон веганов называется. Был случай, когда их сбросали краской какой-то, ну как кровавой. Лавки сбросали? Ну, скорее всего, да. Hello guys, welcome back to my channel. The spring totally came to Russia and the land is going in our days. You know, there is some paradox that peasant people who take the land are respected in Russia, but at the same time, Russian are not tolerant to vegans people. And this video is going to be about Russian vegans. Does it really happy to live in Russia? Do you remember my video about how it is difficult to find a really good and ripe vegetables and fruit in wintertime in Russia? We also buy, of course, vegetables and fruits, potato, cabbage, onion, garlic, thank you, peppers. How Russian vegans manage with it. Hello Anna, nice to meet you. Nice to meet you too. This is Anna, she's a vegan and live in Russia, and today we are taking you to special place. It is a Russian farmer markets where we are going to buy some vegetables and fruits like vegans food. It's supposed to be a new place for you because I have never shown you Russian farmer markets. We are going on to Russian, so use subtitles to understand us. Мы находимся на фермерском рынке в одном из самых популярных спальных районов города. Здесь я закупаю большую часть своих продуктов питания. Те магазины, которые находятся в шаговой доступности к дому, достаточно ли для русского вегана получать оттуда продукцию? Мне было бы недостаточно. На самом деле, но разные бывают магазины. Более того, меня здесь знают уже очень много лет. Я знаю, что мне тут ничего не намеренно, не даже случайно не дадут. Не только какого-то не очень хорошего качества, но и в том числе уже знают, что я люблю. Сейчас пришло в голову, что есть такая особенность русских людей, вот кто любит покупать на фермерских рынках. Важно найти своего человека. У меня мама точно так же делает. Вот, который тебя знает, который не подложит что-то неподходящее. Мне кажется, в этом есть какая-то наша особенность. Как вы считаете, есть ли в вашей стране такой же подход? Я хочу вас угостить, так как у вас очень мало времени, быстрым таким вкусным блюдом бутерброда, который называется в Армении дурум. Туда можно заворачивать все что угодно. В данном случае у меня будет хумус, который я приготовила вчера. Дома всегда есть хумус, будет авокадо, будет огурцы и будет зелень. Веган, слово веган в России знают? Вы сталкивались с тем, что... Знают, но понятие крайне-крайне редко доступно даже в ресторанах, даже в хороших, дорогих ресторанах. Я сталкивалась с очень смешным явлением, что веган — это кто ест только сырые овощи, фрукты. И мне постоянно говорят: вас точно есть веганское? Я говорю: ну салатик овощной. Это повсеместно. Катастрофа. В Новосибирске мне принесли какой-то непонятный сваренный белый рис, какие-то размороженные на пару сваренные овощи, все это невкусно. Так воспринимать веганство, то так я бы тоже веганом не была. Мои любимые яблоки можно килограмма, наверное, ну, три, около 7 видов яблок. Ну, где в магазине найдете такой выбор? Мне, пожалуйста, еще вот эти вот апельсины красные 2 килограмма. Скажите, а зимой у вас тоже так много яблок? У нас круглый год. Кинзу немножко, петрушку немножко. Зелень хорошую в магазине купить невозможно. Пару шпаретки и хороший кочан капусты. Капусту свежую, старую? Свежую. Есть такой фактор, как более-менее регулярные посты православные. И сейчас стало уже лучше, раньше было совсем плохо с постной едой во время постов. Отдельное меню в приличных ресторанах есть. Тогда в этот период вегана живется значительно легче. Ну вот смотрите, как интересно. Получается, что вот в российской культуре все-таки есть такое понятие, как пост. Но почему в России вот, ну, не развито? Все равно веганы не в меньшинстве. Как вы думаете? Честно, я считаю, что Россия очень
не гибкая страна. Она довольно-таки традиционная. Я вообще за традиции. Эта традиционность воспринимается людьми как догма. И все отклонения от догмы воспринимаются странно. Это же обратная сторона низкой толерантности. Я считаю, что Россия с низкой толерантностью страна. Веганы, которые живут в России, что едят вот в холодный период? У нас довольно длительная, продолжительная зима. Овощей огромное количество, которые прекрасно хранятся всю зиму. Морковка, капуста, свекла. То есть корнеплоды, да? Корнеплоды, да. Все бобовые, фасолевые, им вообще все равно, когда... Обязательно фасоль бобовая, обязательно квашеные продукты. Издавна во всех странах, вот восточных, кавказских, все бобовые, фасолевые подаются всегда с оленями, чтобы хорошо ферментация происходила, да, это очень полезно. Из фруктов очень хорошо хранится круглый год яблоко, зимой идут мандарины, апельсины, уникальная хурма, вообще уникальнейший продукт. Айва идет, гранаты идут. Среднестатистический человек айву не ест никогда. Я вот тоже не знаю, что я даже не могу вам рассказать, насколько это полезная история. А как ее приготовить, чтобы она вкусная была? Ее едят сырой, во-первых, во-вторых, во все мясные блюда ее кладут на Кавказе, она очень ароматная. Ее можно готовить, в плов класть, с рисом. Ну, айва – это кавказский вид, да? Да, ну, Восток, фрукт. Весь Восток, Кавказ, без нее вообще никуда. Это зимний фрукт, между прочим. Здесь можно найти хорошие орехи, посмотрите, какое качество грецкого ореха, да? Кедровые орехи, которые, кстати, выращиваются только в России, являются одним из самых главных и уникальных компонентов нашего питания. С младенчества разрешено. Финики и, в общем, все остальное. Ну и, конечно, я много замораживаю ягод. Сухофрукты из сада в Армении родственники присылают. Здесь у меня всякие разные необычные соки, разные виды ягод. Ну и какие-то овощи замороженные, которые я считаю нужным замораживать. Холодильник, всякие масла, овощи, всегда большой такой достаточно набор овощей. Я сама делаю кокосовый йогурт домашний, всегда есть. У меня даже есть яйца, если вдруг приедет мой сын, например, и захочет яичницу. С уважением отношусь ко всем видам питания. Орешки кедровые всегда у нас здесь есть. Обычные. Холодильник веган. Много своих действий я проводила в городе моего детства и моей родины Тбилиси. И вообще это вот восточное гостеприимство для меня просто, знаете, такой очень важный фактор. Всегда угостят, всегда накормят, особенно беременная. 3500 за фрукты, овощи, 2 коробки. У вас же ведь ребенок тоже же, вы его воспитываете в таких же традициях веганских, да? Общество вас вот критикует со стороны? Да. Мне тяжело это дается. Задевало это меня тогда, когда эта духовность была еще на низком уровне. Когда мне было не все равно, что происходит с другими. Сейчас я прекрасно понимаю, что у каждого свой путь, я его уважаю. Мне важно, чтобы мою семью не принуждали ни к чему, потому что есть страны, где за веганство лишают родительских прав. И особенно за сыроедение. У меня друзья в Италии. В Италии за полное веганство 4 года могут дать уголовной ответственности лишение родительских прав. Да? Ну хорошо, хоть этого у нас нет. Все время какие-то скандалы. Вот, например, у нас была лавка такая мясная в Питере, страшный сон веганы называется. Был случай, когда их сбросали краской кровавой. Лавки забросали? Ну, скорее всего, да. Никакой вид питания никогда не гарантирует никакого уровня духовности. Гитлер был веган. Спасло это страну от фашизма? Мир? Нет. Действительно, при веганстве меняется очень многое. Чаще всего это путь к очищению духовному. Но часто это сумасшедшее испытание эго. Питается, весь не питается. То есть это обычно делается, упаковывается, кладется и дается с собой дорогу. So guys, thank you for watching. I hope you enjoy my video. What do you think about it? If you're vegan, please write in comment. How is it going in your country? Click the likes and share this video. Thank you. Bye-bye.